Ну что, друзья, приехали нам очередные клиенты за вот этой красавицей 65-115. Клиенты из Казахстана. На данный момент осматриваем машину в техническом и визуальном плане. Завтра выкладут и нас закроют. Не, он не выкладит. Нет, я же сказал. Так, сейчас осмотрим в визуальном плане по технической части и поедем на обкатку. Обкатаем машину, заедем на заправочку, заправимся. Владимир, ну как вам машина на первый взгляд? Пойдет. Пойдет. На. Ау. Все, смотри. Зажигание включи. Вот. Вот это автомат. Нажимай вниз. Это уже постоянно крутится вентилятор. Да, вот нажимай посередине. Это автомат. А когда включаешь, выключи. Ну-ка, наверх подними. Бил загорел. Это значит, что выключен. Все понятно? Ставь его на автомат. Все. Вот это туманки передние, самый правый. Да, все. Сейчас включи. Вот. Это фара, считай, это дворники, знаешь. Это печка уж. Вот здесь, чтобы прикурка работала, 12 вольт. Нажимаешь. Вот. Вот, все нажимаешь. Вот, нажимай. Вот. И все, прикурка начинает работать. Да, да. Ну, преобразовать там работу тоже. Так.